Истинно верующий – это тот, кто душою подобен поэту. Он видит в окне, например, не просто дерево или куст, а божественное произведение. Сквозь смех и слезы, сквозь полет от суеты к вечности. Сквозь столпотворение и хаос в глубине порядка жизни. И тогда, когда ты способен видеть прекрасное, ты никогда не одинок.